Идя к следующему лагерю, я обнаружил некую пещеру и решил обследовать ее. Ну и, соответственно, показать ее вам. Так, что же тут? А, все, такая небольшая пещерка получилась. Здесь есть какой-то сундучок. Патроны для ПП. Плюс 10 тысяч ихней валюты. Еще 501к. Так. Все, отсюда можно делать ноги. Здесь, кстати, было пару волков. Одного из них я убил. И вот, кстати, один убийца, которого я вальнул. Так, давайте посмотрим, что у него есть. Значит, у него можно взять лук. Также обыскать. Так, а почему я не могу забрать свою стрелу? Ладно, неважно. Я уже совсем близко. Отлично. Ой-ой-ой, что это такое? Ах уж изверги, сука. Нужно убить оставшихся солдат. Хорошо, но прежде я хотел бы осмотреть территорию, поскольку время все равно не подгоняет. Это можно спокойно сделать. Так, ну, четверых я уже насчитал. Держи, дружок. Так, до того я боюсь, что стрела не долетит, поэтому я рисковать не буду. Можно, знаете, что сделать? Можно вообще кинуть туда приманочку. Главное, чтобы они не околдовали... Это животное, которое прибежит. Вот сука, околдовал. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ах ты, сука, откуда? Кто это был? Значит, у меня кинули метательный ножик. Так, успел? Да, успел. Тебя мы, парень, обыщем. Ой-ой-ой, нет, обратно лук верните мне. Mm.
Так, ну все, это был последний солдат. Мятежный рев. Выполнено. Sabal, it's done. But whatever Amita was looking for isn't here. It doesn't matter, brother. You saved lives. I knew you had this. Jorvan's blood, a real son of Kira. Sabal возглавляет Золотой Путь. Ладно, братан, братишка. Я надеюсь, он не забудет мой поступок. По-моему, я слышал медведя. Их шкура здесь очень обходится дорогой. Так, это у нас кто? Это наши люди. Поэтому можно спокойно спускаться, ничего не боясь. Обыскивая на ходу трупы. Ух, сколько здесь всего. Уйма трупов. Уйма дичей мертвых, которых можно обладать. Освеживать, точнее. Нет, это точно был медведь. И он, походу, в какой-то... А, вот он где. Что ж, как же мне поступить? Если я стрельну прямо вот сюда, то клетка откроется, как бы он выбежит и будет тут громить все налево и направо. Поэтому надо как-то сделать все очень умно. Так, здесь есть боеприпасы. Может, в натуре взять просто скорпиона вот этого и разнести ему черепушку. Так, а если сбоку? Нет. Вот, блядь. Парни, бегите во все стороны. А, ну отлично, он загорелся, и сейчас он просто от этого погибнет. Все, отлично. Теперь можно снять шкуру, которая стоит, по-моему, 7 или 8 тысяч. То есть немало, как для шкуры медведя. Так, здесь какая-то есть записочка, которую можно прочитать. Ну, поскольку я приболел... Я читать ее не буду, если вам нужно, то поставьте на паузу и прочтите, что там написано. Так, здесь есть парочка сундучков, ящиков, которые можно обыскать и найти, может быть, какой-то полезный лут. Патроны для ПП-11. Для папы. Для 11-го папы. Так. Фух. Ну, отправляемся дальше на очередное задание. Только, походу, к нему очень долго придется добираться. Сейчас посмотрим на карту. Так-с. Да, далековато. В следующей серии я, наверное, отдельно вам покажу, как вообще, что нужно делать в колокольне, как там забираться, что происходит после того, как вы обследуете ее и заберетесь на вершину и перенастроите, переключите вообще этот сигнал. Вот. А на этом все, дорогие друзья, поэтому всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, ребят, всего хорошего.